С нами Николай Буртенко, капитан команды «Авангард» и нападающий. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Дмитрий. Хотел спросить, как сегодняшняя игра? Игра, в принципе, удалась хорошо, но с тяжелыми моментами. Чуть-чуть не хватило. Очень много было, да. Хорошая сегодня игра была, то есть со старта сезона что-то команда шлифует. В чем проблема? В чем проблема? Третий проигрыш, но эта игра хорошая была, плотная, не забили свои. Ну, с учетом то, что пол команды в лазарете, я думаю, неплохо пока держимся. Могли и проигрывать еще больше. Подкачивает физуха из-за того, что не выдерживаем в таком количестве народа. Понятно. Хотел еще спросить, все ли сегодня без травм, как игра прошла, есть ли что-то там? Есть один игрок, да? Один, да, он в прошлой игре был травмирован, до конца не долечился, и сейчас у него рецидив. Скорее всего, выбыл надолго. Понятно. Но Руслан Костромин, я так понимаю, Руслан, он скорейшего восстановления. Спасибо. Выздоровления и возвращения в команду в банду. Хотел еще спросить по поводу, как вы считаете, чего немножко сегодня не хватило? Потому что шансов-то было очень много. Не хватило, не хватило просто реализации. Замыкание, да? Да, потому что моменты были 1-0 и в 2-1. Просто не могли замкнуть шаг. Немножко суета, надо, наверное, на тренировках побольше отработать это все. И мне кажется, все будет в порядке. Потому что соперник сегодня давал играть, как это показалось, с нашей комментаторского мостика. То есть не было такого, что сегодня прям не давали. И в 1-0 убегали, и набросы были хорошие. Ну, немножко остальным был с лазарета, скорее всего, возвращение, и чтобы помогали команде. Хотел еще спросить, если команда КХЛ, которую вы импонируете поболеть? КХЛ? Авангард? Омский, понятно. Какой игрок может быть отслеживать или просто нравится, как играет в КХЛ, опять же? Который мне нравится, а он уже не играет, то есть Павел Дацук. Волшебник, да? Понятно. Хотелось бы узнать, поддерживают ли вас ваши домашние, ваши близкие, ваш посыл? Да, вполне. Они не против того, что я играю, только переживают из-за травм. Понятно. Ну, побольше мяса, как говорится, физухи, и может и травм будет поменьше. Хотел еще узнать, получается, давно ли вы играете в такие? Получается, заканчивается третий год. Третий сезон уже? Третий идет, сезон. Да? Третий сезон. То есть по окончании сезона будет третий сезон. Да. Ну, понятно. Ну, в принципе, вы капитан, как бы не запомнил, сегодня удалось вам замечать? Нет, у меня две голевые. Две голевые. Ну, в каждой игре, если я не ошибусь, кроме прошлого, вы набирали очки. Да. В прошлой игре у вас был первый сухарь, 16, да. Проиграли. Ну, желаем вам не расстраиваться, собраться командой, больше тренировок. Как говорится, больше кушать, больше отдыхать, больше позитива. В новом году всего самого наилучшего и вам, и вашим ребятам. До новых встреч на хоккее. Спасибо. Спасибо, процветание лиги. Топим за хоккей. Спасибо, Николай. Тогда лучше набухать.